Ну, раз пошла такая пьянка, в хорошем смысле этого слова, музыкальная, естественно, мы с вами пригласим на эту сцену следующий дуэт. Два великолепных певца, точнее, певец и певица, Евгений Осадченко и Ольга Клим, создали дуэт, который называется «Фаэтон», и который сегодня выступает на концерте памяти Михаила Круга. Но, можно сказать, уже смело... Просто там и фаэтон ДВ, речь шла о Дальнем Востоке, но все это лирика, все это в прошлом. Сейчас оба живут в Санкт-Петербурге, оба музицируют в Санкт-Петербурге. Встречайте дуэт, за которым, как говорят многие музыкальные критики, достаточно большое будущее. Дуэт «Фаэтон», Санкт-Петербург. Под ваши аплодисменты. Мне уж все равно, мы
с тобою расстаемся. Что ж, падает дождь. Спасибо. Спасибо большое. Замечательная и красивая песня от дуэта «Фаэтон».